Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с какой страны вы приехали? Вот вы сегодня уезжаете. Как вам понравился отдых в Болгарии вообще в целом? Поделитесь своими впечатлениями. Мы приехали из России, с Урала, из города Пермь. В Болгарии мы уже какой раз? Четвертый раз. Решили посетить новый регион Святой Влас. Ну, вам понравился город Святой Влас? Понравилось, да. Очень, очень уютно, очень гостеприимно. Спасибо, Ольга. Здорово. А вот вы мне скажите, вот вы отдыхали в комплексе Star Dreams, а сам комплекс вам понравился, вот насколько, или вот все-таки, вот если вы будете выбирать еще там, ну, выбор Святой Влас, вы говорите, уже не первый раз отдыхали, между Святым Власом и Солнечным берегом, все-таки предпочтение к какой стороне, Святому Власу или Солнечному берегу? Или сложно сказать? Святой Влас, конечно. Святой Влас, да? Но комплекс... выше и более чисто. Народу меньше. Ну, такой семейный, да, получается? Святой Влас, он более такой семейный, выше, получается. Во-первых, потому что все-таки Солнечный берег, он очень густо населен, там такие толпы народу. Здесь поспокойнее шумно, вам, да? То есть, если нам нужно какой-то движухи, да, мы можем спокойно дойти. То есть, в принципе, тут все в шаговой доступности, прогуляться можно, да, туда. А здесь все спокойно, очень так... Тишина и спокойствие, да? Ну, все такой семейный отдых, да? И еще такой вопрос к вам. Вот апартамент, который вы проживали, вот понравился вам сам апартамент? Насколько было уютно, чисто? Все очень понравилось. Все понравилось, да? Ну, мы очень рады, что вы уезжаете с хорошим настроением. Значит, компанию Евродом 21 вы точно посоветуете своим друзьям и знакомым. Обязательно. Спасибо большое, тогда увидимся. Спасибо.